Так, снова здравствуйте. Вот, да, буду сегодня блогером и буду ворчать, да. Ибо отопление нам вроде как дали, но вот честно, ребят, мне 47 лет, я первый раз вижу такое чудо. На мой взгляд, это называется, как это, наше ЖКХ пробило дно и нашло новый уровень пидорастии, блин. Вот. Это батареи были холодные, да? А когда дали тепло, батареи стали комнатной температуры. То есть они обогревают сами себя и при этом все равно чуть-чуть мерзнут. В квартире как было 19 градусов, так и осталось 19 градусов. Но при этом типа дали отопление. Как они умудрились вот это вот отрегулировать так? Ну, новые технологии, видимо. Как без этого? Инновации, ёп, ПРСТ. Да? Ночью пару раз слышал, все это дело заново булькало. Вот. Первый раз побулькало, встал, проверил. Холодные. Под утро снова булькать начало. О, опять тепленькие, ну, такие, чуть выше комнатной температуры. Все, блин. То есть на ночь они вырубают все это хозяйство, блин. Видимо, чтобы людям жарко не было, как я понимаю, да? Они боятся, что у нас тут у всех будет тепловой удар. Вот. Это, я так понимаю, власти у нас борются с новой волной коронавируса. Чтобы люди меньше болели, да? Им в квартиры подается вот так вот тепло, блин. Ну, в смысле, как завещал нам Медведев, да? Любви вам, счастья, значит, здоровья и так далее. А денег нет, но вы держитесь. Вот, вот примерно все то же самое. Читаешь вот новости, в принципе, а чего, собственно, удивляться? Они же даже по-русски, вот эти вот товарищи, они же даже по-русски уже выражаться не умеют. Разучились. Значит, где это? Вот оно. Цитирую. Сегодня все-таки по-прежнему мы чувствуем тяжесть и бремя этой инфекции. Знаете, когда человек вот так вот выражается, одно из двух. Либо он пьяный, либо русский для него не родной, либо он вообще переводит все это дело с иностранного теперь на русский. Вот. Потому что слово «бремя», оно у нас применяется в двух смыслах. Первый смысл – это беременность. Вот. И второй смысл – это тяжесть. Соответственно, можно употребить «мы несем бремя чего-то». Ну, то есть мы несем тяжесть за что-то, да, вот это вот, за какие-то действия, там, ответственность и так далее. Но когда идет перечисление, тяжесть и бремя, тогда слово «бремя», чтобы не быть тавтологией, начинает нести свой первый смысл. И то, поэтому получается, сегодня все-таки по-прежнему мы чувствуем тяжесть и бремя этой инфекции. То есть, мало того, что тяжесть этой инфекции мы чувствуем, мы еще чувствуем, как эта инфекция беременна. Так что ли? Что он сказать-то хотел? Поэтому я прошу вас в эти дни по-прежнему соблюдать определенные меры предосторожности. Определенные это какие? Вот если я гандон надену, блин, это будут меры предосторожности? А если, блин, я надену шапку-ушанку и уши опущу, это будут меры предосторожности? Определенные. Так-то это все сказано сильно неопределенно. Такое ощущение, как будто вот он опять, значит, перед электоратом выступает. Но при этом, понимаете, он баллотируется, да, и выступает, значит, перед электоратом. Поэтому максимально расплывчато, чтобы потом никто за ноздри-то не взял, не притянул к этой самой, к бремени ответственности. Вот. Да, сказал он, выступая на рок-фестивале Russian Woodstock в Москве. Ну, Russian, ладно, я еще понял, что-то российское. А Woodstock, ну, единственное, я понял, Wood.
деревянная Россия, что ли? Или что это? Русская деревянность? Как это вообще переводится-то? Что за рок-фестиваль такой? Нам очень важно создать определенный временной промежуток, чтобы, когда мы начнем полномасштабную вакцинацию, до этого времени понести минимальные потери для здоровья каждого из нас. Нас это он кого имеет в виду-то? Нам очень важно. Это им это кому это важно? Какой определенный временной промежуток? Почему его не возмущает, что какой-то фестиваль, проходящий в России, называется по-английски, пишется по-английски, как будто мы в Англии, в Штатах? Почему вот его это не удивляет? Здесь он не призывает. Да. И вот это мероприятие, оказывается, посвящено врачам. А почему на английском-то написано? И при чем здесь деревянный? Вот не совсем я понял. Почему я считаю, что деревянный? Ну, был такой дятел Вудпекер. Вот единственное, что я знаю, собственно, да, из английского. Так-то. Вот. А вообще, это у нас глава Минздрава. Мурашко. И вот единственное, знаете, после вот этого вот прочтения этой новости, того, что этот самый Мурашко сказал, да, видя вот этот вот цирк, который происходит вокруг, когда, значит, у нас вот здесь вот на площади массовые мероприятия проходили, при том, что ежедневно заражалось, как, ну, по статистике, по данным, значит, ежедневно коронавирусной инфекцией заражалось, ну или там выявлялось, порядка 30 человек, 30-40 человек ежедневно по Удмуртии выявлялось. Здесь проходили массовые мероприятия. Без масок, без нихрена, все было нормально, все было путем. При этом всем, все сидели на карантине под страхом штрафов и так далее. Всем запрещено было себе на жизнь зарабатывать. Когда в сутки выявляли 15-20 человек. Понимаете? 15-20 человек в сутки выявляется. Все на карантине. Сидеть, блин, боятся. 40 человек на в сутки. Массовые мероприятия, блин. Все нормально. Я уже, в принципе, приводил цифры, что всего-навсего 0,7% заразилось коронавирусом в России за 7 месяцев. Ну, выявлены, так сказать. Выявлено. Всего 0,7%. То есть 7 человек на 1000 за 7 месяцев на всю Россию. Понятно, да? И вот из-за этого, значит, вот это вот вся паника. Ну и да, когда, значит, фамилию вот эту вот вижу, Мурашко, я вспоминаю один анекдот, старый, пошлый. Заказала себе женщина, значит, мужика, блин, ну, понятно, одинокая, хочется, вот. Ну и когда, значит, заказывала там, типа это, потемпераментнее мне, ну и чтобы там вот хозяйство было побольше. Приезжает, значит, к ней грузин, вот, раздевается та, значит, вся в нетерпении. Ну, значит, раздевается, снимает трусы-то. Какой большой, у меня аж мурашки побежали. Тот начинает, значит, обратно одеваться-то. Что такое? Ты куда? Сюжи говорит, сифилис был, трипер был, мандавочка был. Сюжи, мурашка не хочу, да? Обратно одевается и уходит. Вот единственная ассоциация после вот такого вот, вот этого вот всего. Сюжи, мурашка не хочу. Честно.